Ну что, ребят, всем здравствуйте, здравствуйте, всех приветствую. Мы продолжаем проходить Биошок. Игра очень интересная, довольно-таки, очень прикольная. Если не смотрели прошлые серии, да, то здесь подсказка в правом верхнем углу или в левом выскочила сейчас. На предыдущей серии и на плейлист, в принципе. Вот, и, как бы, посмотрите, посмотрите. Вот, что могу сказать. Блин, игра прикольная, интересная, мне понравилась. Здесь, вижу, вам тоже понравилось, довольно-таки, надеюсь, что вам понравилось. Поэтому мы ее пройдем до конца. Поэтому Саша, поудобнее. Наливайте чайку, кофейку, кто что любит. Кидывайте пледик. Приятного вам просмотра. А мы начинаем. Так, в прошлой серии у нас с вами появилось что? Вот такая шняга. Поджигание. И что? Мы можем это не менять на F1, F2. Все, с кайфом. Let's go. Выбрать следующий плазмид вниз. О, да. Мутант Нитро, блядь, что на? Так, сколько здесь патронов? 21. Батареи микроскопические. Они хотят, чтобы вы так думали. Картечь, что это, блядь? Пошли аккуратненько с тобой. Так, нам вниз, да? Какая ложь, величайшая из возможных. Какое издевательство над человечеством. Блядь, откуда? Геноцид? Я их не вижу, что. А здесь я все собрал уже точно. Куда, блядь? А, вот сюда. Кто там? Смотрите-ка. Ой, ебать. Давай, давай. Кто там? О, смотрите-ка, блядь. Так, а как я там? Блядь, не помню, как. Так, Ю. Нет, это другое. Когда Пикассо наскучило рисовать людей, он начал представлять их в виде кубов и абстрактных форм. Мир назвал его гением. Я всю свою карьеру хирурга был занят тем, что повторял одни и те же скучные формы. Вздернутый носик, подбородок с ямочкой, полная грудь. Как прекрасно было бы делать ножом то же самое, что старик-испанец. Или даже достоинством. Она превращается в моральный долг. Разве мы вправе принуждать здоровых людей жить бок о бок с заразными больными? Смешивая. Блин, что это? Почему у нас два глаза? По какому такому закону? Две руки, две ноги, два уха, две груди. Я не закончу, не закончу. Съебался, чё. Тебе придется найти способ пробиться в операцион и мимо Штайн, и выше нос. Господь ненавидит нытиков. Грохот такой прямо как фейерверки на 4 июля. Здесь вообще-то взрывчатка в дефиците. Но если удастся раздобыть телекинетический плазмид, то запросто можно перехватить бомбу на лету и швырнуть ее обратно. Или что угодно другое, что окажется у вас на пути. Блять, что он делает? Я не хочу Блять, бомбы кидают, ёбаный рот.
Бля, и как мне то подняться? Паркур? Чешо. Бля, вот бы прикольно, да, если что-то не так сделал. Как мне туда пробраться-то? Нет, хуй. Добро пожаловать на распродажу! Охуенно. Я от души, блядь. Как мне туда пробраться-то? Бля, вот прикольно, да, будет, если я что-то не то сделал, блядь. Бля, блин, патроны у тебя закончились. О. Ты не посмеешь! Не посмеешь! Давай, я тебе тоже пью, блядь. На нахуй. Ага, чё не? Пожалуйста, ебать. Бля, как я там? На эхо. Эндрю Райан задает вам простой вопрос. Вы человек или раб? Ну, бля, человека хуй, вот это. Знаете, что в восторге делают с бродягами? Где ты, дура, блядь? Ничего, наверное, просто какие-то вандалы. Че, блин, где она, блядь? Что ты смеешься, тебя не могу найти, блядь. О, он будет в восторге. Где ты, блин? Они говорят и говорят, но в итоге ничего не могут предложить обществу. Добро пожаловать на распродажу! Мне бы инъекцию, блядь, купить. Еву, да ты как это делаешь? Ну иди нахуй. Где ты, дура, блядь? Здорово! Надеюсь, было весело. Нет. Очень скучно с тобой. Тоже не... Ну, сюда, короче, да, как понимаете. Да. Так, это... Да, я не понимаю просто, куда идти-то. Я прекрасен, да. Посмотрите, разве я мог бы стать еще красивее? Благодаря Адаму и своему скальпелю я преобразился. Но, возможно, есть что-то еще лучшее. Что, если мне изменяют не способности, но воображение? Получается, нам сюда идти?
свободную волю и свободных людей. Так, ну здесь я все обыскал тогда, помнишь? Сомневаюсь, что нам, блядь, сюда обратно идти. Ебать. Что-то была тревога, хорошо. Нахуй дробаш-то, дедган, блядь. Сюда, блядь, аптечечку. Так, давайте подробнее здесь все изучим с тобой. Блять, что у нас? Все, перестань. Так, с тебя аптечку с тебя потерял. Так, хорошо. Сюда нас не пускают. А еще нам все-таки сюда дайте. Нас тоже не пускают. Сразу же вот так вот. Да, можно еще было уметь. Да, быстрее смотри. Так, сюда. Ну, сломал сейф, не зря. Не зря взломали сам сейф, да, ребята? Ебать. Телекинез, вот он. Клинические испытания, серия 23, доктор Сушонг. Клиент Фонтейн Футуристикс. Работа над телекинетическими плазмидами продвигается успешно. Поднятие предметов в воздух на расстоянии не представляет сложностей. Перемещение предметов в пространстве без проблем. Остановить пулю на лету пока не удается, но получается поймать и швырнуть обратно быстро движущийся объект. Проблема не в плазмиде, проблема в скорости реакции. У Сушонга появились новые задумки насчет плазмидов. Понятно. Так. Поднимайте крупные предметы, силы мысли, швыряйте их во врагов, что еще вам нужно знать. У вас закончится ячейки, вам придется заменить плазмид. Вы можете купить дополнительные ячейки в саду сборщика, смену плазмида можно произвести в генном банке. Что мне? Огонь? Ну, давай огонь. Кидайте в противника любые... Прикольно сделано. Поймайте гранату на лету и бросьте ее во врага. Схватить предмет левой кнопкой мыши, нажать и удерживать. Шевернуть предмет левой кнопкой мыши, пустить предмет В. Ловить гранаты или теннисный мячик левой кнопкой мыши.
Давайте с вами сохранимся сразу. Ну его нахуй. На всякий случай, блядь. Вот где он был, понимаете, ребят? Соцсобиратель, блядь. Тренироваться, да? О, прикинь, смотри, если так чуть. Ну все, понял, как это работает. Ну, похуй. Доллар. Так, все. Гранатом кидается. Это машина или робот? Ну кидай! Кидай, мужик. Даст тебе целую копну густых волос. Она еще и 100% безопасна. Целая копна волос? И 100% безопасна? Бегу за новой гривой. Кидай, блядь. Ну, нахуй. Дядь, я здесь. Может, ты будешь кидать? От тебя ползет зараза. Наконец-то, нахуй. Кидай! Кидай, 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 спокойно. Ебать, я обосрался. Сегодня я обедал с богиней. Штайнман, сказала она. Я здесь, чтобы освободить вас от тирании и пошлости. Я здесь, чтобы показать вам новую красоту. Я спросил у нее, о чем ты, богиня? Симметрия, мой дорогой Штайн. Пора что-то сделать с симметрией. Нет, богиня, он все испортит. Останови его, пусть твои гарпии порвут его на части. На, дядь. Ахуй. Блять, а как сделать? Все, мужик, отсосешь, блять.
Rain Industries представляет последнюю боевую новинку генетических исследований. Статический разряд превращает вас в живой трансформатор. Трансформатор Тесла, бьющий по всему, что вас угрожает. Чувствуйте себя безопасно благодаря статическому разряднику. Так, нахуй. Дай-ка я сохранюсь еще раз. Брат, нет, пожалуйста, ты живи. Только живи, брат. Красавчик, настил меня. Сохранимся. Так, ну пох, пошли сюда. Ой. Тревога, блядь, опять. Ну похуй, погнали, блядь. Не знаю, помнишь. Только всему тревоги, понимаешь? Ебись. Сока? Это? Слишком симметрично. Что это? Богиня, незваный гость. Он уродлив. Уродлив. Открой дверь, нахуй. Хуярим его чисто так. Да, иди, блядь. Кого там обстреливаешь, слышно? Ты, блядь. Смотри на себя, идиот! Блядь, чисто очень, очень легкий босс или что, блядь? Да, иди, блядь. Ты в порядке? Да заебись. Пора было кому-нибудь разделаться с этим психом. Не забудь взять у Штайнмана ключ перед тем, как направиться к аварийному выходу. А я пока сам втихую доберусь до порта Нептун. Скоро мы будем там. Понял, я уже все взял. Кто там, блядь? Блядь, что это, на? Пить. Давай. Чапи. Уж Чапи. Что здесь? Максимально возьму с собой все, что можно, да? Let's go. Давай взламываем. Блять. Давай еще раз похуй. Сюда. Давай, открывай все нахуй. Нормально пойдет. Все,
Все, заебись. Бля, последнюю ты захватил нормально. Ничего больше нету. Все, поебашили отсюда. Да, уж сумасшедший доктор какой-то, да? Тревогочка от ебучей должна была быть. Нет, там камера, да. Тихо, тихо, тихо. Бля, иди нахуй. Ох, всех троих. Не посмеешь, дорогой, мне нужно лекарство. Иди сюда немедленно. Хватит тратить моего. О, да, беги, дрон. Где моя кукла? Бля, да пошла нахуй, короче. Поехали, ебать. Ебать, дедган нахуй в деле. Давай сохранимся с тобой. Ох, да. Приближаться к маленьким сестричкам преступление. Не приближайтесь к маленьким сестричкам. Судя по звуку, обрушился еще один тот восторг. Самую быстро растущую помойку на свете. Вот и малышка, твой шанс получить немного Адама. Только ты и я, и досыта вкуснейшего Адама. Держись от нее подальше. Успокойтесь, доктор. Ему просто нужно немного Адама. Я не позволю ему навредить моим малышкам. Все в порядке, парень. Это не ребенок. Уже нет. Доктор Тененбаум позаботилась об этом. Не причиняйте ей вреда. У вас что, нет сердца? Славная проповедь из уст упыря, который сам же этих тварей и сотворил. Взяли милых маленьких девочек и превратили их в это. Послушай меня, парень. Тебе не выжить без Адама, который производят эти создания. Ты что, готов променять свою жизнь и жизнь моей жены и ребенка на этих монстров, Тененбаум? Вот. Есть другой способ. Используйте это. Избавьте их от мучений. Я вас отблагодарю, так или иначе. Определитесь, собираетесь ли вы опустошать маленьких сестричек или спасать их. Когда вы опустошаете, вы получаете максимум Анны, который необходим вам для обмена на плазмиды. Однако сестричка в результате этой процедуры гибнет. Когда вы спасаете сестричку, вы получаете меньше Анны. Но в этом случае Тененбаум дает вам награду. Нет! Нет, нет, нет! Бля, я же спасти ее хотел. Ты спас ее, да? Вы меня спасли. Да. Путь праведных не всегда прост, верно? Но да. Со временем награда появится. Прояви терпение. Хорошо. Я готова ко сну, мистер Баум. Тененбаум тебя дурачит. Может, эти твари на вид и выглядят, как маленькие девочки, но внешность обманчива. А без Адама тебе не выжить. Мужик, блять, ну... Ну, что поделать? Если тебе на пути попадется одна из машин сад-сборщиков, не забудь взять себе еще плазмидов. Конечно, если цена не покажется слишком высокой. Хорошо, мужик. Отсюда выйти-то, блядь.
Хорошо. Ярость приводит объект бешенства и вынуждает напасть на кого-то другого, кроме вас. Укреплена броня, уменьшает любой физический урон. Ева, канал аптечка тоже прибавляет вам Ева. Повышает здоровье, увеличивает максимум здоровья. Свой максимум Евы. У меня 80. Давай это кино. Носить больше Евы в вашем теле, что позволит вам использовать больше плазмидов до подзарядки для Евы. Хорошо, блять. Давай сохранимся с тобой. И я думаю, знаешь что? Давай-ка мы с тобой на этом закончим, потому что серия так получилась очень длинная. Надеюсь, тебе понравилось, надеюсь, тебе понял как настроение. Спасибо, что посмотрел до конца. Спасибо, что, блин, вообще посетил мой канал. Посетил наш канал с тобой. В принципе, все. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующих сериях. Давайте.